В Южно-Сахалинске чествовали представителей ФСИН. Исполнилось 115 лет с момента образования кинологического подразделения и 30 лет службе охраны. Церемонию награждения отличившихся силовиков провели в Доме культуры «Родина». Им вручили памятные медали, подарки, почетные грамоты, а также благодарственные письма от имени руководителя Федеральной службы исполнения наказания России. Единое целое служба охраны и кинологическая служба – это два подразделения, которые непосредственно стоят на охране периметров охраняемых объектов. Значит, благодаря их слаженным действиям в настоящее время служебные задачи выполняются в полном объеме. И главная задача недопущения побегов, она выполнена. Добавлю, что сейчас в подразделениях охраны и кинологии на территории Сахалинской области несут службу более 500 сотрудников. Они обеспечивают безопасность спецконтингента, осужденных, подозреваемых и обвиняемых.